Всем привет, вы на канале Мама и Я. И сегодня мы играем в симулятор скорости. И я тут завершаю гонку. На последней секунде. Привет, ребята. Нам сегодня нужно показать хорошие результаты. Так что давай набираем скорость. Да. Тут у нас еще продаются футболки за робусы. А расскажи про этот симулятор немного. Это симулятор скорости. Помнишь Speedlegends? Было дело, да. Это что-то похожее, только смотри, тут у нас еще продаются сами футболки Heroes of Speed для мальчиков и для девочек. Типа для супергероев с высокой скоростью, что ли? Да. Спонсором этого видео является игра Heroes of Speed, потому что она явно старалась. Ну ладно, это не спонсор, это сама игра, которую мы сейчас играем. Вау. Вау! Это что такое? Аура какая-то? Да, аура. Так. О, нет, зачем? Вау, это какая-то новая. Эй, я туда тоже вообще-то хочу. Что там? Разработчики, объясните, что там? Ну, давайте, сейчас это будет забег. Я, конечно, не буду самым первым, но хочу попытаться. Ну и по традиции мы, наверное, передадим приветы нашим подписчикам. Да. У нас был сейчас выбор, поиграть в симулятор качка или же поиграть в новый симулятор. Мы решили поиграть в новый симулятор и считаем, что это тоже будет интересно. Потому что качок это вроде бы круто, но нам нужно же и развиваться и продвигаться дальше. Поэтому Вам, я думаю, понравится новый режим. А то давненько у нас не было таких новеньких режимов. Сегодня мы будем передавать 8 приветов нашим замечательным подписчикам, которые смотрят нас, пишут и просят передать им приветы. Но будем делать мы это с периодичностью. Мы будем называть одного нашего подписчика и через какое-то время еще одного. Так что смотрите этот сериал наш с высокой скоростью до конца. И таким образом вы не пропустите, если мы вас назвали. А теперь мы называем первого героя нашей серии. Нет, я не успею. Это эксперимент 500 подписчиков. Привет, эксперимент. Надеемся, твой эксперимент удастся, и ты наберешь 500, как ты хочешь. Да. Желаю тебе только удачи в 500 подписчиков. А мне кажется, ли у тебя было раньше не 10 тысяч подписчиков? Не знаю, возможно, это другой парень. А какая миссия у тебя сейчас в этом симуляторе? Как бы набрать скорость? У меня уже 5000 скорости. И это слабовато. Ну да, в реальной жизни 5000 скорости, мы бы 5000 километров пробежали. 5000 километров это за сколько? За один прыжок, за один за толчок? За долю секунды. В реальной жизни. 5000 скорости. Я думаю, самолет даже с такой скоростью не летит. Как вы считаете, ребята? 5000 скорости у меня. И настало время передать на этой классной ноте 5000 очередной привет нашему суперподписчику по имени Стас2009. Привет, о, Стас! О, это же один герой Hero Simulator. Я его забросил, потому что там мне он ничего не дает, только на челлендже каком-то застрял мне невыполнимый. Я его даже жалею, что я его захотел взять. Да, там каменный. Смотрите, ребята, мы тут стартанули, и, по-моему, мы отстаем сейчас. Нет, я знаю, что я не буду самым первым, но я за это получаю алмазики. И в этой серии я хочу хотя бы какую-нибудь ауру купить. Ага, то есть у тебя есть какой-то свой план, да? Да. Ну, давай, мы будем болеть за тебя, чтобы ты купил хоть какую-нибудь ауру, если ты считаешь, что она тебе нужна. Эх. Паркуришь ты вроде бы неплохо. Не сказать, что супер круто, но лучше, чем я, скажем так. Ну, когда тут левел повышаем, так классная эмоция происходит. Пока вы наблюдаете за этими так, прыжками... Так, 800 шагов сделал. Мне нужно передать третий привет нашему супер подписчику. Что-то быстро. Мы передаем привет замечательному парню по имени Александр Щетинин. Привет, Александр! Да, привет. И пожалуйста, 150 прыжков.
Но суперскоростной симулятор также и суперскоростные приветы. А как ты хотел? Вот, не могу же я их передавать 2 часа и 20 минут. Я знаю код новый. Ребята, классный момент. Запоминайте этот код. Rainway. А кто смотрит этот ролик, вам повезло. Смотри, я его увидел. Не повезло? Ошибочка вышла? Ничего не понял. Там же был какой-то такой код, или не такой. Ты не успел? А может у нас тут что-то в пэтах появилось? Так, стойте, может я неправильно написал код? Я там видел какой-то, когда падал. Вот. Надо это получше разглядеть. А пока ты ищешь код, я передам еще один привет нашему четвертому супер-супер подписчику Тимуру. Тимур Айтымбетов, привет! Что такое? Не могу понять, вроде все правильно. Но, этот код, по-моему, за робоксы. А, смотрите, мы тут много чего собрали. Какие-то квесты, непонятно. В общем, ты какую-то коллекцию себе пополнил. Где мы? Скоро я ауру куплю, я надеюсь на это. В этой серии хотя бы одну ауру. Эх. Да, трамплинчики у вас, конечно, тут и такие. Ну, просто у меня прыжок. Испытание. Смотри. Ты не успеваешь долететь? Нет, да вроде допрыгиваешь. Это потому что там супер этот. А этот зеленый и желтый шары, это что такое? Это XP, как в Ninja Legends. Это шары там что-то дают, то алмазы, бриллианты. А вот это опасная штучка, вот это... Нет, она нам шаги дает. У меня уже 9000 шагов. То есть ты должен в эту розовую штучку влететь, перелететь? Лучше. Я за 18 секунд точно не успею добежать до финиша. Ну а пока ты будешь думать, успеешь ты или нет. Так я уже добежал. Мне осталось передать 5-й привет. А раз ты и добежал, тогда точно передаю. И 5-й привет мы передаем парню по имени Давид. Давид Мингазов, привет! Почему Мингазов? Может, он любит миниганы? Или его лучшее оружие миниган? Давид Мингазов, напиши в комментариях, я угадал или нет. А этот сундучок, он как? Он здесь всегда стоит или он... Это же Клэм Рев... это в группу надо зайти. Мы этот сундучок как? Расколдовать должны? Нет, в группу зайти. Тут не все так просто, еще и в группу надо, оказывается, заходить. Ребята, вы слышали? А какой-то вот код, который я раньше видел, вот пару минут назад, по-моему, он только за робуксы, его можно взять. А почему у меня тогда не высветилась иконка робуксов? Я без понятия. Ну давай, влетай сюда. Ах ты хитрая штучка. А мы только по городу здесь будем ходить прыгать? Или еще у нас космические какие-то прыжки будут? У нас тут есть 2 локации, походу. Но я сейчас пойду на Бравл. Ух ты, ребята, вы слышали? Тут еще, оказывается, и Бравл есть. Ну, Бравл по скорости. Ну, в любом случае, тут, оказывается, можно так побравлиться. Я даже и не знала. Ну, Speed Legend есть. То ты вот это называешь Бравлом, ну, да? Ну, да. Но это же по скорости Бравл. А я думала, это еще что-то другое какое-то там, я не знаю. У меня в Speed Legend много побед уже. Там побед 49, за 50 побед у меня какая-то там космическая локация откроется. Это круто. Ну и давай передадим наш... Кстати... 6-й привет. Ого, как много их. Да, 6-й привет мы передаем парню, который с тобой часто играет. И это же, конечно, Ефим Плей. Привет, Ефим. Ого, я думал... Ты когда сказал часто играет, это ты имела в виду про никого. Про самого меня. Про самого тебя. Парень, который часто с тобой играет, это ты и есть, да? Нет, с тобой еще играет младший брат и еще мама. Так что ты не один. Гфасы. Так, куда мы... Помнишь, Гфасы это Сталкер Тюбер Роблокс. Там. Кстати, ребята, кто
за идею, чтоб я снял Логен Спид, ставьте лайк. Кто хочет, чтоб я снял Мускул Легенс, ставьте дизлайк. Ага, ты хочешь понять, в какой легенд тебе играть? То ли в Speed Legend, то ли в Muscle Legend. Ну, ребята, в общем так, за Speed Legend лайк, за Muscle Legend дизлайк. Хорошо, будем смотреть, какая будет статистика. Я больше уверен, что больше за Speed Legend потопит, потому что, ну, как бы, мне на видос не глядя ставят лайк. Ну, посмотрим, как наберут. И пока мы размышляли, в какой же симулятор нам следующий сыграть, когда проголосуют наши подписчики, пришло время передать наш 7-й привет. Да сколько же их? Я не могу понять. 8 приветов нам осталось передать. Нет, всего 8. Сейчас 7-й. И мы передаем замечательному парню, крутому роблоксеру или крутому бравлеру. Это вы сейчас, ребята, сами поймете, потому что его ник это Бравл Леон Йети. Привет! Откуда ты сказал, что он роблоксер? Потому что он нас смотрит и по Роблоксу, и еще играет в Бравл. Поэтому... Ну, это и по нику понятно, Бравлер Леон. Ну, пускай напишет Бравл Леон, что ему больше по душе, Роблокс или все-таки Бравл? Роблокс Леон. Леон не захотел больше быть, и он уволился с Бравл Старс и решил работать в Роблоксе. Ну что, мы допрыгали? А. Так какая у тебя аура? Ты вот копишь весь ролик на ауру? Где а давай я тебе скажу, что с нами сделает учитель, если по шахматам, если кто-то проиграет на дурацком мате. Это название такое. Это вам тренер сегодня что-то сказал, да? Да, знаешь что? Не знаю. Он уволится тогда с работы и... И пойдет играть Roblox. Нет, и на какую-то другую работу устроится. Ну, тогда сегодня вот мы прям после Роблокса ты мне показываешь, как же сделать дурацкий мат. А я же не знаю, как он делается. Кстати, ребят, кто знает, как делается дурацкий мат, напишите в комментариях. По шахматам. Это для шахматистов. Я вообще такой термин в первый раз слышу. Я думала, бывает только один мат, когда ты выиграл и все. Детский мат? А хороший, он плохой. Я не разбираюсь в этом. Ну, линейный мат есть там. Не, ну, понятное дело, ну... Ладно, учитель сегодня будет объяснять тебе вкусную пешку. Хорошо. Ну и пока мы говорили за шахматы, ты тут еще пробежал, и настало время передать 8-й привет нашему супер-супер подписчику. Мне кажется, что он присоединился к нашему каналу недавно, потому что вот комментарии начал писать по свежим комментам, я вижу, что у нас добавляются новые подписчики. И вот этот подписчик нам ранее не писал. И последний привет мы передаем Ильфату. Ильфат Рысаев, привет! На сегодня мы приветы передали. А ты как? Уже выполнил всю свою миссию? Нет, по прыжкам? Потому что мы в космический Бравл пошли. В космический Бравл, слышишь? Ну, космический Бравл, наверное, это покруче, да, чем не космический. Вообще, слово космический, это уже как-то, знаете, как-то магически звучит, да, ребята? А ты знаешь, что такое иллюминати? Это даже лучше, чем пришельцы. Типа этого... Ты какой-то с какого-то мультфильма хочешь спеть? Нет! Ну как эта музыка поется, помнишь? Ладно, споешь мне потом. Без ролика. Ну что, мы можем завершать наш ролик? Нет, мы же должны Бравл пройти. Тут нам... Это долго будет по времени? Чуть-чуть, видишь, я успею добежать за 18 секунд. Как думаешь? А, смотри, я почти 20 000 шагов за этот ролик сделал. А я чуть-чуть поддамся игре, типа, а, я нуб, я не смогу добежать, и... Давайте, 4, 3, 2, 1! Ой, я третье место сделал?
Ну, третье место это тоже неплохо, я скажу. Нет, я просто всегда какие-то другие места Потому что третье место на шахматах, это в любом случае кубок, это в любом случае поздравлялки, это в любом случае приятно. Поэтому я думаю, и на прыжках это неплохо. Ауру надо купить. Я же сказал, я ауру куплю. Ну, раз сказал, пацан сделал. Ну, давай, покупай ауру. Мне игра не хочет, чтоб я ауру покупал. Это твои выдумки. Давай. Раз пообещал, давай, покупай. Ой. Да реально игра не хочет, чтоб я ауру покупал. Так, ребята, я что-то не понял. Тебя что, не пускают куда-то? Нет. А что тебе осталось сделать для этого? Не куплено. Так, что мне это... Вау, видишь, какая аура? Кажется, как будто бы я что-то... Я робот какой-то, да? А, такой... На самом деле ты похож на батарейку на зарядке. А смотри, это какой клёвый прыжок. Вообще спецэффект красивый, да, ребята? Такой светящийся. Он как новогодний фейерверк с этой аурой. Да. Ну, а на этом, я думаю, наш ролик подходит к концу. Все, кто успели поставить лайки, молодцы, ребята. Кто поставил дизлайки, ну ладно, это ваше мнение. Это хотя, был вопрос, на какой из следующих симуляторов нам сыграть. Поэтому дизлайки мы в этом ролике тоже ожидаем. Пишите свои комментарии. Кто хочет приветы, пишите. Мы обязательно вам передадим. Никого не обидим. На этом я с вами прощаюсь. А ты давай закругляй ролик. Смотри, какой мега прыжок. Мы отталкиваемся от той стенки. Смотри. Уй. Так. На этом все. Кому ставьте лайки, пишите комментарии. Ну... Вау, какое красивое 600 ускорение. Да. А на этом все. В принципе, кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и всем пока. Так. Всем пока! 20 000! До ролика!